Мы так боимся не успеть за новым айфоном, срываем его буквально с китайских станков, чтобы снять на него то, что лайкают миллионы, но ни на один из них не снять наших снов, не передать силу моря и россыпь звезд, не сфокусироваться на учащенном пульсе. И на какое видео снять запах твоих волос? Молчишь. Ну вот и я не в курсе.